история, безусловно, важна. И роль министра Розенко, наверное, тоже важна в истории социальной защиты Украины за последние два года. Но его неявка сегодня на заседании комитета, это какая-то трусость политической ответственности, не является все-таки поводом, чтобы мы не рассмотрели вопрос социальной защиты, чтобы мы не заслушали профессиональных людей, которые работают в этой сфере, и не сделали выводы, исходя из сложившейся ситуации. Тем более здесь сегодня присутствуют не только представители Министерства социальной политики, а также присутствуют представители профсоюзов, работодателей, стороны социального диалога. Для нас очень важно знать их мнение и их отношение к тем процессам, которые сегодня происходят в государстве. А мы должны честно завтра сказать во время отчета правительства, что деятельность министра, который боится отчитываться за свою работу, ни в коем случае нельзя считать удовлетворительной и поставить вопрос о компетенции сегодня руководителя такого важного министерства, такого ответственного министерства. Поэтому я предлагаю рассмотреть, заслушать все стороны социального диалога и вынести по результатам рассмотрения решения. Спасибо.